Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, и это Титан Пилоты. Анонсирует в обновлении 9.2 обзор от официалов, от игроделов компании Pixonic по роботам. Сейчас ролик длится 5 минут, сейчас мы его с вами посмотрим, и я выскажу свою точку зрения. То есть это, как обычно, реакция на то, что делают разработчики. То, что будет у нас впереди. Давайте, ребята, поехали. Опа, тут какая-то реклама на старые обновления. Титан пилоты Air Coming. В общем, тут, судя по всему, будет на английском. Вот, взял это с официальной группы Warobots ВКонтакте. Вот. Опа, вот это очень интересно. Тут у нас что было? Рук, Минос и Ауминг. А почему? Рук, Минос и Ауминг. Кстати, карта ничего не напоминает. Карта у нас Емантау. Значит, она будет обновлена 9.2. Минус почему-то впереди. Ямантау ремастеринг. Надеюсь. А, вот, пожалуйста, ночные пики Ямантау вернулись в Warobots. The Night Mountains of Yamantau are back in Warobots. Мне, чтобы там поздороваться. Это Алексей Шредер Блиц. Комьюнити менеджер. Алексей, помню. Он только пришел на работу. Добрый парень, веселый. Здороваться надо. Hello, командеры. А то прям сразу к делу ближе пошел. О, волосы, смотрите, жену. Или любовницу. В общем, сразу к делу. For veterans, this map will bring... О, давайте звук потише сделаем. У ветеранов эта карта вызовет много чудесных воспоминаний. Я помню, блин, там первый раз, когда я заражал над роботами на Ямантау, когда по вот этой ступени, которая не спускается, да, там, ну, не ступень, такой откат. Робот катился. Я помню, Витязь вроде бы катился. Я такой долго ржал, говорю, ха-ха, робот катится. Тогда это для меня было прям новинку. О-о-о, Наташа! На трибучетах. Бэм! А ты-то не помнишь, ты молодой. Ты в игру недавно пришел. Я думаю, он этого не помнит. С тех пор карта была полностью переработана, дополнена как с точки зрения внешнего вида, так и геймплейна. Центральный маяк все еще ключевая точка на этой карте, однако один из маяков был подвинут ближе к центральной зоне для улучшения баланса и повышения динамики боя. Также были добавлены дополнительные подъемы на мосты и расширены зоны на базах. Глаз же порадует эффекты мороза, замерзшее озеро и ночное небо северным сиянием. Красота! Новичкам советуем хорошенько подготовиться к ожесточенным боям на самой большой карте в истории игры. Расскажите в комментариях, застали ли вы старую Ямантау и какие роботы заиграют на ней сейчас. Офион, Лаброс и Шей. Новые оружия. Осторожно, летающие змеи. А, хотя тут нет. Ну, Офион это точно змей. Новый рейдер Янди поражает воображение как экзотическим внешним видом, так и характеристиками. А Офион снаряжен щитом абсорбер, который активируется во время полета, а также встроенными пулеметами, накапливающими на противнике эффект Blast и имеющими усиленный урон по титанам. Стреляйте по противникам и смотрите, как их титаны взрываются. А если противники начнут стрелять по вам, то ваш щит поглотит весь урон и сделает встроенное оружие еще опаснее. Фафнир! Это брат Фафнира. Дополнить ваш взрывоопасный билд помогут новые скорострельные гранаты Лаброс. Опасная, плюс опасная, плюс опасная, плюс опасная. В общей сложности убивашка всего живого. То есть очередная имба, выкачивание денег и страдания простых игроков, которые этого всего добиться не могут.
Гранатометы Лабру. Залпы этих пушек также ускоряют детонацию противника. И пилот Стефан Бенсон, дающий заметную прибавку к скорости полета и урону встроенных пушек. Что еще? Вау! Это Холли Молли, красотка. Сегодня она в платье. Красивое платье, летнее платье. Холли Молли выглядит красивенько, прям женщина. Вот. И прическа такая интересная. Молодец, Холли Молли. Вот жить надо. Второй раз, ребята, мы с вами не проживем. Запомните мои слова. Жить надо так, чтобы себя уважать. Жить надо так, чтобы обратно не оглядываться. Жить надо так, чтобы радоваться жизни. Жить надо так, чтобы рядом с тобой радовались жизни. Другие люди. Любить семью, любить детей, матерей, отцов, жен, мужей. Любить надо, радоваться. И вот эти вот злость, негатив, вот эти вот токсичность, как там вот это все вот это негативное, выкидывать через форточку, пропускать через себя и отходить машинально. Нельзя копить злость. Вот посмотрите, Холли Молли, какая добренькая. Какие губки бантиком. Прямо, ну, это поцеловал бы Холли Молли, но Холли Молли для таких стариков, как я, не посмотрят. Ребята, там другие вокруг нее вьются там с машинами, домами, яхтами. Ладно, давай, Холли Молли. Давай дальше борозди просторы. Варроботс. Крепок, быстр и силен. Вот такой мужик ей нужен. Что ж, робот, безусловно, силен, быстр и опасен. Но не то, чтобы уж очень крепок, особенно на земле. Блин, вообще никак не придраться. Внешность Холли Молли на 5 из 5. Вот 5 из 5 Холли Молли молодец. И она наконец-то сняла эти... старые убогие часы, господа. Молодец. Вот, блин, я вот в прошлом видеоролике помню, за эти часы ее прямо там минут 15 отчехвостил. Шучу, конечно, да. Но обратил внимание, что она девушка в одних и тех же часах, в этих бундурах. Это уже устаревшая, понимаете. Вот братуха ходит Mi Band. Mi Band 7, узкий, тоненький, ничего не мешает, браслет. Вроде как на дешевочку. Нет, это Mi Band, ребята. Все Mi Band 7. Понимаете, это ништяк, качество, и при том еще с Алиэкспресс, с Китая заказал вот такой ремешок, который застегивается, как обычные часы. Теперь я их точно не потеряю. Холли Молли поменяла часики, и, кстати, если какой-то мужчина смотрит меня, подари Холли Молли золотые часики. Что тебе стоит прийти в магазин, купить золотые часики и подарить красивый Холли Молли. А что тебе? Чтобы на красивой девушке были красивые золотые часы. Чтобы в следующем обновлении Холли Молли была в золотых часиках. А, слабо, а? Ладно, Холли Молли может сама себе купить, да, если некому. Вот и посмотрим. Ладно, Холли, давай. Отличную поддержку ему может оказать дрон Шей. Вот, кстати, вот эти комбинации... делают имбо-имбовое и так. Зачем это все? Ну, что мои слова? Да, богу в уши. Дрон проявит себя на полную мощность, когда у вашего робота останется небольшое количество прочности. Убережет от мгновенного уничтожения. Вроде бы был такой модуль, который давал тебе дополнительную хп жизнь, да? И все вот эти вот модули, даже не модули, а как эти, микросхемы, да? Вот эти микросхемы, они сейчас перебазируются все вот эти умения в дроны. Только вот дроны нечем качать. Вот поиграл бы на всех этих дронах, так, блин, микросхем нету. Микросхемы копейки капают. Ну как, все, вот были 4000 микросхем, кончились, все. Новые дроны поступают, а микросхем нет. Где зарабатывать? Вот спасибо, платину дали. Платину даете стабильно, почти... По 450 платины даете каждую неделю. Вот тут спасибо от всех игроков. Спасибо большое. Почему бы не давать каждую неделю там по 200 микросхем, например, или по 100 микросхем? Чтобы мы... Ну, по 200. Что там? По 5 недель один дрон. Что такого? Нормально же. Не хочешь ждать, платить деньги. Ну, хотя бы, чтобы мы как-то, простые игроки, смогли бы догонять игроков богатых. Вот, конкурировать с ними могли. А то, получается, никак. Посмотришь...
человек приходит, дает тебе люлей, ты такой смотришь на него, о, у него нифига себе там оружие, там 70 уровня пилот, и все там такое фиолетовое, все там такое желтое такое. Ну, а ты на свой ангар посмотришь, ее ломотал там. Титаны пилоты, вот сейчас про пилотов будет. Только лучшие из лучших могут занять кресло пилота Титана. Они уже идут, ждут ваших приказов. Денег они ждут наших. День уже. Ищи дураков. Дураков ищи. Денег они ждут, они приказов. Так и говори. Расчехляйте ваши карманы. Бумажники, карточки. That's right. Все верно. В этом давлении вы сможете нанимать пилотов для крупнейших машин в ваших ангарах. Среди дебютных пилотов сплошь знакомые лица. Кстати, в принципе, зачем рисовать что-то новое, когда можно взять и клонировать бедного Янгли? Ну, это империя возрождается, блядь. Сука, блядь. А я вот эту тёлку, конечно, не выучил, но вот бедный Янгли, мне уже вот этот китаец, или японец, или кореец, он прям в глаза уже прям замусолил все. Куда ни кинь, везде Янгли кидает. Хотя бы Мэнни кидали, или что, Мэнни все больше денег не... А, Мэнни попросит еще больше денег, когда его и лицо будут торговать. Я меньше денег заплачу, вот создайте пилота, братуху. Я меньше денег попрошу. Вот, на отпуск... На отпуск в Геленджик, да, всей семьей, на 20 дней, на 30 дней, на 30 дней на отпуск в Геленджик. Ну ладно, среди дебютных роботов, пилотов у нас есть такие вот замыленные. Кстати, Холли Молли, ну вот надо подзагореть тебе маленько. Вот я тебе сейчас на нас делаю, надо загореть, надо, ну хоть ты не выходишь на этот, на крышу позагорать, и в деревню уже давно к бабушке не ездила. Но хотя бы сходи ты пару раз в этот коробочку, где люди ложатся и их там маслом обливают и жгут. Как это называется-то, ребят, напишите в комментариях, забыл. Я же там это, попу свою, не это, как там этот, говорил, попы наши, ну этот, вы поняли про кого там, с нашей Раши. Этот... Не помню, как называется. В общем, ты поняла, да? Сходи, подзагорей маленько, а? Ну, лето на носу, ты белая, как смерть. Ну, ты чё, гонишь, серьезно? Только щеки румяные, и то, наверное, это румянец. Холли Молли по жопе получишь, вот серьезно тебе говорю. Пошла быстро вот это загорать, вот это кабинки ложиться, и вот сколько там это вот этот, раз в пять сходишь, и будешь шоколадненькая. Давай, в следующем обновлении, чем через месяц-два, чтобы ты шоколадненькая была. И, кстати, а чё не съездить в Геленджик там на самолетике туда-сюда, чё там? С Москвы позагорать в Сочи. Не, в Сочи не едь, там говно вообще, фу, не понравилось нам. Вот, в Анапус летай тогда, в Анапус летай. Блин, вот серьезно, Холли Молли, вот бледная, ну как смерть. Ужас. Ой, только похвалил ее и сразу опять ругать хочется вообще прям. Бледнявая такая. Посмотри, вот почему она бледная, у меня в глаза бросилась. Потому что девушка справа шоколадненькая, посмотрите. Загорелая, красавица. Посмотрите, какое личико. А Холли Молли белая. Ну, твою мить, Холли Молли. Ну, что, тебе трудно позагорать сходить, что ли, в выходные? Я там полчаса полежала, вылезла, блин. Ну, так пошкрябалась этот ожоги. Помазала и все, и пошла. Что так трудно? Давайте дальше. Среди дебютных пилотов сложно знакомые лица. А чё я уже пятый раз это читаю? Несса Рикс готовится взять под управление недавнему Рука, то есть вот эта загорелая тёлочка, не то что Холли Молли, она на пилота, значит, Рука, и вот у него, значит, походу три будет умения, это Time, Beat, Fin, Put, Fun, Rook, Hluk, Replacement, Tense, Secondary, Abulati, End, Teleportati, New, Psychical, Shieldal, Recruit by Dwu Sendos. Rook the Rubility is incurability by 10%. Damage the Boo Rock Force Field Castle Mistle Brittle Ability is increased, блять, 100%. Да, вырви глаз. Опа, прыгнул такой. Бэм, там тышка.
Да, Блиноч, я не знаю, наверное, годик, через годик будет у меня этот Титан, а может и не будет. Давайте дальше. Значит, тогда как Янг Ли обладает более универсальным набором приемов и сможет пилотировать любого Титана в вашем ангаре. Ну, типа, Янг Ли, он на все руки мастер. Вот. Чё у Янг Ли было? А, там неважно, я на английском не очень, не бум-бум. Опа, холи-моли, давай дальше. Получить Нессу вы сможете с особой поставкой. Ага, попробуйте ее там выиграть. А Янг Ли присоединится ко всем командорам, достигшим 23 уровня аккаунта и прошедшим особую цепочку заданий. Нужно еще попотеть маленько. Пилоты для Титанов, несомненно, легенды. Заурядных личностей среди них нет. Ну, логично. А, кстати, почему, Холли Молли, вы не два пилота сделали? Вот я бы лично бы сделал два пилота. Ну, чтобы побольше денег заработать. И как бы разумно, больше большой Титан, два пилота. Один ходит, другой стреляет. Ну, логично же, как бы. Каждый из них сможет натренировать 3 легендарных и 10 дополнительных навыков из широкого списка на выбор. Так, значит, у пилотов Титана будет 3 легендарных и 10 дополнительных навыков, которые нужно качать. Ага. У нас тучки пришли, шоколадно, может, дождик будет. В общем, вот так вот, ребята, 3, 10 и того, сколько там у нас получается. Обалдеть. 10 навыков на Титана дополнительных, представляете, ребят, это ужас какой-то. Качать 10 навыков. И сколько голды надо. Обалдеть. Ребят, я бы, конечно, бы была возможность по голде и по пилотам, я бы прокачал бы, показал бы, сколько это все дело стоит. Вот, без скидки. Потом, понятное дело, бы со скидкой, но у меня такой возможности не будет. Но примерно подсчитать можно. Если на 6 умений уходят 40 тысяч со скидкой на 6 умений, то на 10 будет уходить 1070. Ну, со скидкой 40%, там, ну сколько там они там дают. То есть, по сути, где-то 100 тысяч голды нужно на пилота кинуть. Может и больше. Ценник завышается, господа, завышается, да-да, вот так вот. Блин, жесть, короче. Блин, титаны просто... Катастрофа. Катастрофа, эти титаны порвут весь мой маленький ангарчик. У меня и так ангар не играбельный, блин, а еще это... Обалдеть. В котором есть довольно знакомые вещи, вот тут она говорит, да? В котором есть довольно знакомые вещи, вроде прибавки к скорости, увеличение урона за счет отказа от одного из способностей Титана. Чтобы отпраздновать появление пилотов, мы проведем марафон подарков. Нам подарки будут дарить. Так, немного ранее мы объявляли голосование, где все участники сообщества могли выбрать главный приз марафона. Голосование было, да? А я не помню. Не помню это голосование. А ну и хер с ним. Там половина все равно забаненных игроков. Так, из 94. Заходите в игру каждый день, и вы сможете получить Титана Минус и 3 бета-дробовика Сквала абсолютно бесплатно. Хочу вам сказать, что ребята, кто меня смотрит, они вам дадут совершенно бесплатно вот это неиграбельное дерьмо. А Минос, он не играбельный сейчас. Шквалы, они не играбельные сейчас, понимаете? Маха-ваджра-ваджры, они сильнее этих шквалов, понимаете? Получается, что разработчики просто дают вам уже ненужное в игре говно,
для того, чтобы в надежде, чтобы вы могли какие-то свои там платину кинуть на этого шторма и все свои накопленные платины, сбережения кинуть на это говно. Ребята, я вас лично призываю обдумать все свои траты платины на прокачку этого дерьма. Я вам лично говорю, это не играбельное дерьмо. На данном этапе игры это дерьмо, и на нем никто не играет в чемпион лигах. Ребят мои дорогие, разброс у этих дробашов просто колоссальный. А чтобы добежать до противника, вам, ребята, нужно его поймать. Он бегает, прыгает, скачет. Плюс еще до титана нужно дойти, вас убьют. А в маленьких роботов вы просто тупо не попадаете, ибо разброс во, а робот во. И так вот, вот робот во, а разброс во, то есть вы просто не попадаете. Так что вот улыбаясь, вот этот вот человечек из компании Pixonic Community Manager, вот, дает вам дерьмо, понимаете? Это я вам заявляю ответственно от братухи. Оно не играбельное. Если бы оно было играбельное, я бы на нем играл. У меня есть минус прокачанный, есть шквалы прокачанные. Ребята, я на них не играю, потому что это бессмысленно. Вот и как бы вот такая вот подарки, марафон подарков от разработчиков. Они не дают пушки, которые сейчас тащат, а дают дерьмо, которое не тащат. Только вы будьте осторожны в прокачке. Вы можете этот подарок, конечно, принять, сказать разработчики, спасибо большое за подарок, но мы его продадим, на серебро обменяем. Вот и все. Ну, хотя можно и в коллекцию оставить. Мало ли когда-нибудь апнут эти дробаши. В общем, вот так вот они, улыбаясь, смотрят нам в глаза и дарят нам дерьмо, которое не играет. Ну, вот, вот просто у меня душа переворачивается, как можно вот так лицемерить, дарить подарок, марафон подарков, подарок дали, неиграбельный робот. И он стоковый, его нужно качать. 10 тысяч платины на робота и 3 тысячи платины на пушке. 13 тысяч платины. Господа мои дорогие подписчики и зрители, не будьте лохами. You can get the Minus Titan and 3 Squall Beta Shotguns. А как быть, у кого есть этот минус? Вот у меня есть минус. Может быть, разработчики бы пошевелили бы своей головой и сделали бы какую-то компенсацию? Ну, типа 5000 платины. У кого есть минус, мы вам не минуса даем, а платину начисляем. Потому что зачем мне два минуса-то, а, дорогие разработчики? Вот вы вроде как подарок сделаете. Кому? Вот Василий Иванович пришел в игру, у него минуса нет. Он обрадуется этому минусу, скажет, ура, у меня появился минус, как у братухи. А вот у братуха, который играет уже 9 лет и снимает игру уже 9 лет, наверное, или сколько... Вот, я не обрадуюсь вашему подарку, потому что минус у меня есть... Вон уже прокачанный, зачем мне еще один минус? Два минуса я в бой взять не могу. Так вот, получается, подарок для кого? А? Вот даже вон и лицо так сделал. Для кого этот подарок? Для меня это явно не подарок. Для тех игроков, у которых тоже есть минус, это не подарок. Так что, ребята мои дорогие, чего лукавить? Или давайте, как говорится, нам других титанов, у которых у нас нет. Или давайте компенсацию. Что это за подарки такие? Ну ты смотришь на меня, ты подумай сам, что это за подарок? У меня два минуса, зачем мне третий? Что это за подарок? Блять, как дураков просто разводит. Я бы подарки держите. Нафига мне третий минус? Солить его что ли? Абсолютно бесплатно даешь. Да в жопу ты его себе засунь и ходи, бля, поскрипывая. Подробности в описании видео. Большое спасибо. Обязательно зайду. Да хрен там. Вот уже умеют настроение испортить. Вроде все нормально, обновление. Холи-моли, красота, бледняшка. И тут бах, на тебе минус в подарок. Нахрена он мне? Компенсацию что ли давали? Вот в игре танки, Блиц, я играю. Там, если у тебя есть танк, Эммануэль какой-нибудь 1951 года или Химера,
тебе, когда выпадает эта же самая химера с другого ящика, который ты открываешь, тебе начисляют голду, там 7 тысяч голды, 10 тысяч голды, в зависимости от стоимости танчика. Потому что у тебя есть танк, и второго танка тебе не начисляют, потому что он тебе не нужен. Ты два танка в бой не отправишь. Так и та же самая здесь история. Два титана я в бой не возьму. Зачем? Ай, блин, не могу, давайте дальше. Ультимат Пульсар РС. Напоследок, давайте взглянем на сверкающий корпус Ультимата РС. Глаза вас не обманывают, на нем установлены новый Ультимат Пульсар в количестве что-то там 4 штук. Вместо 2 средних. А я, кстати, когда смотрел, я не обратил внимания. Я просто смотрел на красоту робота, а не на красоту пушек. И я опростоволосился. Когда был на тест-сервере, я не обратил внимания, представляете? Ну хорошо, то Холли Молли здесь рассказала. Холли Молли, пожалуйста, подними мне настроение. 2 легких слотов, у него аж 4 средних. А почему бы и нет? Давайте все вооружение теперь переделывать. Скоро появится дестриер с 2 тяжелыми пушками. А чё? Зачем новые клепать? Давайте старое внедрять. Просто слоты менять и все. Прописал 2 тяжелых слота вместо 2 легких. Оделась, побежал, все. Вот. Выглядит-то базара нет, красиво. Только вот нахрена он мне? Он в чемпион лиге будет играть? Я не знаю. У меня и так серебра нет, чтобы новые пушки вкачать. А тут еще и старый робот, чуть-чуть обновленный, просится на прокачку. Опять же, разработчики, почему нету серебра в таком количестве, чтобы мы все это могли качать? У нас нет выбора, блядь, или одну пушку полгода качать, или одного робота полгода качать. Ну, а ангар из 5 роботов состоит. И вот тоже не понимаю. Или плати бабки, или уходи из игры. Большинство людей уходит из игры. Ну, понятно, вам нищета не нужна, а вам нужны люди с деньгами. Базара нет. Ваше право. Кроме этого, робот стал прочнее, а скорострельность и дальность стрельбы встроенных пушек выше. Было 500, наверное, сделали 600. Остановите противника с помощью локдаун-эффекта пульсаров и добейте шквалом огня. Также обратите внимание, что ультимат пушки теперь не могут быть уничтожены критическим повреждением и наносят повышенный урон в режиме ПВЕ. Жесть. О, что получается, в ПВЕ можно уже будет вдвоем ходить? Вот это круто. Вот это данжи. Помните, я говорил, что играл Vice Online в игру такую, и она потом исчезла из-за русского сегмента. Full Game была такая студия, выпускала те игры, копировала с корейцев или откуда-то оттуда и кидала к нам в Россию. Она исчезла. Так вот, там были данжи, когда мы собирались в 6-ром или в 5-ром. Не помню. И бомбили боссов. И нам потом попадали оружие всякие разные в виде призов. Вот смотрите, здесь вроде как вдвоем. Вдвоем против пауков. Вдвоем это уже хорошо, вот уже настроение поднимается. Можно с кем-нибудь объединяться и мочить. Ну, если, конечно, разработчики так догадаются сделать, но вот вижу вроде как вдвоем. Как обычно, полный список изменений этого обновления будет доступен на официальном сайте. warrobots.com. Загляните туда. На этом все. До встречи на поле боя, командиры. Холли Молли, надо тебе загореть. И мужчине Холли Молли надо купить золотые часики красивые. Вот. Ну что ж, вот такой у нас, значит, получился видеоролик. Вот такой у нас получился Warrobots обновление. Ну что ж, да, как бы, ну, появляется что-то новое. Ну, как вот я теперь могу сказать? Ну, да, появляется что-то новое. Но радости никакой абсолютно. Потому что оно не будет у меня в руках в ближайшие там 2-3 года. А когда его можно будет выиграть или что-то в этом роде, его уже опасно будет качать, потому что это все могут понерфить. То есть никакой радости нет. Я даже не знаю, могут ли испытывать люди, у которых есть деньги для того, чтобы это все покупать. Я сомневаюсь, потому что, как вам сказать, человек только вот вложил деньги в ангар, тут ему бах, понерфили, и новый ангар теперь, говорят, собирай. Тоже вот
вкладывать деньги? Нравится ему постоянно вот так вот, чтобы его имели? Или все-таки он выберет какую-то другую игру, более стабильную? Вот, где его уважать будут? То есть я не знаю, кто испытывает от этого обновления какое-то удовольствие, честно сказать, я не знаю. Наверное, только те игроки, которые недавно пришли в игре, в игру, и у которых есть деньги. Вот, им нужно куда-то вложить, что-то выиграть, и тут бах, новое обновление, повезло, ништяк. Вот, и они будут это пытаться выиграть. Я думаю, только этот сегмент может испытывать какую-то эйфорию от этого обновления. Я лично никакой эйфории не испытываю. Даже как видеоблогер, потому что у меня это все даже на обзорах, не могу вам все это показать. Вот. И как игрок вообще плачу, потому что подарок разработчики делают, называя его подарком, который меня абсолютно не будет радовать, потому что он у меня есть, этот подарок. Зачем мне два минуса? Вот я расстроился. С вами был Братуга, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.